Paris. Париж, 1941 год. Французская актриса и немецкий офицер. За мной приедет принц на белом коне. Я прекрасный наездник. Месье. Мне не позволили появиться в доме на коне. Голубые глаза — моя слабость. В военное время они выбрали преступную любовь. Я влюблена. В реальной жизни Франция ведет войну против Германии. И буду любить даже после войны. Хорошо, что она вас интересует. Она ведет двойную игру с Лавалями. Ты же не навредишь мне? Чего ты боишься, любимый? Ничего с ней не делайте, ясно? Основано на реальных событиях. Арлетти. Преступная страсть. В четверг, 16 ноября в 22:00 на канале Евро Channel.